Сережа! Будильник не прозвенел! Мы проспали, все пропало! Ой! Хрюша, что ж ты так кричишь-то? Ну, ничего, мы не проспали. В любой ситуации нужно стараться минусы превращать в плюсы. Сережа, мы в пижамах! Скоро гость придет, ничего не готово. Какие плюсы? Ну так давай устроим пижамную вечеринку. В пижаме и будем встречать гостя. Какая вечеринка? У нас утренняя передача. Хрюша, ну пусть это будет пижамный утренник. Ой, то есть как будто все так и задумано? Абсолютно. А что, хорошая идея. Нам открыты все маршруты. Привет, девчонки и мальчишки. Это утро мы начинаем вместе с Хрюшей, Сергеем Беловым и юной певицей Владленой Губаревой. Доброе утро. Здравствуйте, дорогие ведущие. Привет, малыши. Рады видеть тебя на нашем пижамном утреннике. Это вы здорово придумали. Ведь с утра так хочется поваляться в кроватке подольше. Но долго валяться и отдыхать мы не планируем. Наоборот, у нас задача провести утро бодро и весело. А все потому, что пижамный утренник – это праздник. Думаю, я смогу вас поддержать и хочу подарить всем нашим зрителям песню «Облака» про детские сны. Владлена, добро пожаловать на сцену! Знаешь, детские сны становятся облаками и звучат симфонии тишины над суетой городов. Чистые, белые, их невесомые стаи, разлетаясь на миллионы звуков, дождями прольют любовь. Может, вечность, а может, миг. А пока мы теплые, чтобы не было.
очень добрая и волшебная. Владлена, супер! Спасибо большое. Хрюша, да. Что у нас дальше по программе? Как и на любом, утренники, веселые конкурсы. Отлично, конкурсы мы любим. А кто участвует? Участвует Сергей и Владлена. Хрюша, а ты? А я ведущий. А, ну, как всегда, кто бы сомневался, да? Рассказывай правила. Так, первый конкурс называется «Воздушно-подушечный бой». Ну и название. Да. Так, закрывайте глаза. Угу. Сейчас появится все необходимое. О, ничего себе. Итак, каждый из вас должен встать в центр обруча. Угу. У одного участника в руках мыльные пузыри. Так. У другого подушка. Задача сбить подушкой все мыльные пузыри, не дав им упасть на пол. Ага, хорошо, Владлена, я помогу. Так, я Кажется, все понятно. Я, наверное, возьму пузыри. Да, договорились. А я тогда беру подушку. Ну, если задание понятно, тогда на старт, внимание, марш! Так, я готов. Так, есть. Ой, сколько пузырей. Оп, оп. Не даем упасть на пол. Один, все-таки падает. Так, ой, как много пузырей-то. Давай. Ой. Падает. Эх, два упали на пол. Ну вот, а можно я попробую? Меняемся. Так, надо сообразить, как это все работает. Давай, Хрюша, считай. На старт. Внимание! Марш! Так-так! Ух ты, какая тактика у Владлены! Так... Она так, не так. Машет подушкой, она просто их отбивает! Вот это да! Так-так-так-так! Ой, все равно! Владлена, у тебя падают шарики на пол! Эх, стоп, игра! По-моему, ну, что... ни одного не упало! А, по-моему, упали. Ну, тогда победила дружба. Да, но это еще не все. На пижамных праздниках принято шутить. Следующий конкурс называется «Чепуха». И что нужно делать? Сейчас все расскажу. Перед вами появятся сейчас две шляпы с карточками. В одной вопросы, в другой ответы. Вы по очереди... Будете доставать по одной карточке и зачитывать вслух. Ну, вроде бы все понятно. Да. Шляпа-то где? Немного терпения. А, вот и шляпы. Так, начинаем игру. Да. В синие вопросы, в бежевые ответы. Выбирайте, кто будет читать вопросы, кто ответы. Ну, Владлена вопросы, шляпа к ней ближе, а я ответы. Да. Начали. Вы ходите во сне? Так. Только в хорошей компании. Владлена, задавай вопрос. Вы любите громко петь в поликлинике? О, как интересно. Так, какой же будет ответ? Если очень скучно. Ну, правильно, ну что делать в очереди в поликлинике? Ну, конечно же, петь. Может быть, поменяемся теперь? Я буду задавать вопросы, а ты будешь отвечать. Хорошо. Владлена, скажи, пожалуйста, нам с Хрюшей и всем ребятам, часто ли ты шалишь? Интересно, интересно. После дождичка в четверг. Да. Дальше. Ты когда-нибудь дразнила верблюда? Интересно, интересно. При каждом удобном случае. Ого! Никогда бы не подумал. Спасибо тебе за игру, было очень весело. Да? Я рад, что тебе понравилось. Мы очень старались. Владлена, спасибо, что пришла к нам сегодня в гости, подарила такую красивую песню, и вместе мы здорово поиграли. Спасибо, что пригласили меня на эту замечательную программу, а ребятам хочу пожелать хорошего дня. Спасибо за пожелание. Будем ждать тебя снова у нас. Приходи. С удовольствием. А еще обязательно подпишись на мой инстаграм. Хрюша, _класс. Там море отличных фото и видео. Подпишешься? С радостью подпишусь.
Ребята, не переключайтесь, впереди еще много интересного. Да-да, смотрите канал «Карусель». С добрым утром, малыши!